Привет, ребята! Давайте погоняем с Молли Маквином и другими гоночными тачками на мировом ралли! Если вы любите скорость и гонки, то подписывайтесь на наш канал! Мы будем соревноваться со звездами гоночного спорта, поэтому надо выглядеть подобающе, выбрать яркий цвет. Например, синий или фиолетовый, а может быть розовый? Нет, как-то по-девчачьи. Я думаю, нам подойдет зеленый цвет. Отлично! Теперь подберем крутые наклейки. То, что нужно, ярко и легко запомнить. Прокачаем наш движок, чтобы быть очень быстрыми. И не уступать ни Молнии Маквина, ни Франческо Бернули, ни другим тачкам. Начернили шины и погнали соревноваться. Молния готов показать, кто самый быстрый. Но мы тоже готовы к бою. Итак, все машины на старте. Вперед, поехали! Обгоняем первого. Отлично! О, нет! Нужно собирать молнии, чтобы ускоряться. И объезжать препятствия, иначе они нас будут тормозить. Мы шестые! Отлично! Нужно продолжать в том же духе. Ускоряемся! Я верю, что мы сможем догнать остальных участников гонки. О нет, препятствия нас затормозили. Нужно быть внимательнее и объезжать более аккуратно. Ну ничего, сейчас соберем молнии и ускоримся. Вот так! И мы пятые. Остался один круг. Нужно поторапливаться, если мы хотим победить. Мы на хвосте у одного претендента. Отлично идем. И мы его обгоняем. Супер! Нужно поднажать, осталось чуть-чуть. Я вижу тройку лидеров. И мы финишировали. Ну что же, пока мы четвертые. Но сколько призов мы получили, просто отлично. Попробуем еще раз. В следующей гонке мы должны победить Молли Маквина и Франческо Бернули. Этот раз уже будет сложнее, на ней будут крутые повороты, но мы справимся. Ну что ж, на старт. Внимание. И вперед. Отличный старт. На этот раз нам нужно будет пройти 3 круга, а не 2. Задача усложняется. Молния Маквин поспорил со мной, что мы не сможем выиграть. Посмотрим, будет ли он прав. Отлично, мы идем первыми. Вот это скорость. О нет, Молния и Франческо нас обогнали. Но мы держимся прямо позади них. И не отступим ни в коем случае. Нужно ехать прямо по дороге, потому что как только мы съезжаем на обочину, сразу замедляемся. Я вижу молнии, нужно их взять и ускориться. Мы идем вторыми, уже опять третьими. Какая напряженная гонка. Прошли первый круг, осталось всего 2. Нельзя терять лидерство. И снова мы замедляемся, и нас обгоняют. И ускоряемся, и обгоняем теперь мы. Да уж, в этой гонке будет нелегко победить, но мы попробуем. Вперед! Нельзя сдаваться. И снова мы лидируем. Отличный результат. Собираем молнии и ускоряемся. Остался последний круг. Нужно держать лидерство.
выиграть таких звезд, как Молния Маккуин и Франческо Бернули. Во мне будут слагать легенды. Последний рывок. И мы всех победим. Главное не врезаться в препятствия на последнем-то круге. Пока что отлично идем. Мы первые, за нами идет Молния Маккуин и на третьем месте Франческо Бернули. Надеюсь, что так оно и останется. Собираем молнии и ускоряемся, чтобы нас точно никто не догнал. И финишируем! Отлично, мы заняли первое место и обогнали всех. Посмотрите, сколько нам призов досталось. Здорово! Отличная была гонка, ребята! Если вам тоже понравилось, то не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на наш канал. Мы будем рады видеть вас снова. До скорых встреч! Пока-пока!